Зараз у нас на зв'язку пан Андрій Шелухін. Пан Андрій Шелухін – надзвичайно цікава людина. Людина, яка оперує силами нам, більшості з нас, не дуже зрозумілими. Екстрасенс. Але ми вже не вперше спілкуємось із такими людьми і знаємо, що тепер у нас є іще фронт, який працює у сферах, скажімо так, вищих, ніж там, де навіть літають наші пілоти. Отже, Андрію, слава Україні! Чи чуєте ви мене? Алло. Слышу. Просто у мене зараз тут технічні определенні неполадочки. Зараз їх немножечко устаканю. Ви можете говорити, ми вас прекрасно чуємо і бачимо. Слышите, да? Да. А поки що ви встановите свою камеру, давайте я задам вам питання. Ну, по-перше, де ви знаходитесь, яка ситуація навколо вас? Ну, без якихось геолокацій, просто хочеться зрозуміти, де ви, як ви відчуваєте те, що відбувається навколо? Смотрите, ну я сейчас быстренько немножечко пробежусь по всей ситуации, кратко, касательно меня. Вот. Я в конце декабря приехал в Киев. И тогда у меня были определенные ощущения и определенная, скажем так, определенная информация, как вы выразились свыше. Вот. И у меня на странице в Инстаграме я об этом частично писал еще заранее. Вот. И у меня была достаточно таки большая тревога и где-то паника в определенный момент. И где-то за неделю до начала я был в Одессе. И за три дня я приехал в Киев, и я собирался в Харьков. Я сам с Харькова, вот, и не получилось, скажем так. Причем выезд у меня должен был быть как раз-таки 24 числа. Вот. И поэтому сейчас, на данный момент, я нахожусь в Киеве. Вот. И какая обстановка? Ну, вчера, допустим, я гулял, когда заходил, точнее, к себе там, где я нахожусь. Вот, я видел ракетки над головой, вот, слышались взрывы, стрельба, причем такое ощущение, ну, так было хорошо слышно именно. Вот, и ощущения сейчас, как бы, да, то есть и сама общая обстановка, ну, я вам так скажу, у меня ощущения конца или какого-то проигрыша, я вам так скажу, нету. То есть, да, я понимаю, паника, я понимаю, страх, я это все прекрасно понимаю. Но вот у меня даже некоторые знакомые удивляются. А почему ты такой спокойный? Ты же, ну, ты в основном такой какой-то там нервный или что-то такое. Я говорю, ну вот я спокойный, говорю, ну как бы. Вот, с самого первого дня, то есть я лично, ну и как некоторые мои коллеги, скажем так, да, проводим общение с людьми в социальных сетях. То есть лично я это делаю в Инстаграме. И за неделю, ну, за первую неделю, точнее, да, это до тех дней, когда беженцы, люди наши, да, уезжали. Вот, очень много уехало. И с моей стороны было, ну, скажем так, по мере сил поддержки, да, скажем так, вот, тем людям, которые уехали. В первую очередь это люди, которые с Харькова. И те люди, которые потеряли дом свой именно. Потому что военные части — это, конечно, хорошо. Ну, в кавычках хорошо. В кавычках хорошо. Но когда, извините, именно дома пошли, и уже как бы люди начали гибнуть именно, ну, это страшно. И вот эта боль... Ну, вот это, вот именно людская боль. Я когда вел даже трансляции, да, то есть трансляцию веду, и мне люди спрашивают, что будет, когда будет, почему будет, и как будет, что с детьми, что с семьей, что вот это, что это. И это такой пласт негатива, энергетический, чтобы вы понимали. И вот как раз-таки, почему мы победим. Вот я хочу сейчас вот за это сказать. Потому что как раз-таки вот первое, ну это мое мнение,
Опять же, я сужу по тому, что я видел, да, и чувствовал. Потому что в первую неделю, ну, полторы где-то, это было показательно. Это было показательно первое. Из-за того, что люди наши, они реально объединились. То есть безо всяких разделений, ни по языковому принципу, ни по каким-то другим элементам. Люди реально объединились. И я вам больше скажу, вот я хочу подчеркнуть, да, люди даже некоторые с противоположными взглядами, ну как бы, они тоже как бы, понимаете, то есть вот, меня очень болит как раз-таки за наших военных, вот, потому что, ну как бы у моих знакомых, с моего круга даже общего знакомых, да, очень много сыновей, мужей воюют. Ну, на данный момент, как раз-таки, они на фронте. И вот как раз-таки смотреть на это все и просто, ну, как бы, да, ну, игнорировать, что ли, да, ну, я вот так даже скажу, ну, тоже как бы было неправильно с самого начала, скажем так. И поэтому, что значит на еще на энергетическом уровне, да, то есть на определенных, ну, уже со своей стороны скажу, на тонких уровнях, да, действительно, сейчас идут определенные изменения. Андрій, да, вибачте, я якраз хотів вас про це запитати. Я, ну, як людина, скажімо так, світська, не дуже розумію, як працюють ті сфери, з якими працюєте ви, але я, єдина теоретична база, яку я знаю, це сага «Зоряні війни». І там, скажімо, Обі-Ван Кенобі, він говорив, коли там руйнується, наприклад, ціла планета, він говорить: «Я відчуваю порушення в силі». От що відчули ви, коли прийшла війна, коли починалися руйнуватися цілі наші міста, в тому числі ваш Харків, в тому числі Маріуполь, Волноваха, яка зрівняна з землею? От що відчуваєте ви? Ну, ви, во-первых, должны понимать ще один момент, що Україна – це країна з колосальнішими містами сили. Колосальнішими. Начиная от Закарпаття, заканчивая Донбасом. Это я вам так скажу. И, соответственно, что за изменения, а то, что, понимаете, энергии, чтобы меня сейчас как-то правильно поняли, они выстраиваются таким образом, чтобы, ну, скажем так, на самозащиту. Опасность. Если вы знаете, ну, вы понятно, а что такое опасность? И вот как раз-таки определенные моменты, то есть моменты какие? Ну, я буду говорить с тем, чем, ну, чем я как бы работаю, да? Вот, природа в первую очередь. Природа реально, она, ну, я вам так скажу, взбунтовалась именно. И это касается людей в том числе, которые живут на территории Украины. Потому что именно почему? Потому что есть позиция людей, хозяев этой земли. То есть те, кто живет здесь. Ну, и это я вам простым сейчас просто стараюсь языком объяснить. И, соответственно, сейчас, не сейчас, я вам так скажу, это началось, не 8 лет это началось намного раньше. Просто, знаете, есть позиция раковой опухоли. То есть раковые клетки, они развиваются поступательно. И вот они развиваются, развиваются, и в один момент это все выходит. И поэтому мы сейчас, знаете, можем даже слышать о казаках-характерниках сейчас. Ну, если вы, ну, как бы, да, следите там. Есть позиции волхвов, хортица, ну, я так просто пробежусь, да, буша, лысая гора в Киеве. То есть, понимаете, то есть, ну, чтобы вы понимали, нарушили баланс. И нарушили баланс тем, что именно не дают конкретно здесь развиваться. Это я ключевое слово скажу. Развиваться. Кто-то все время пытается именно давать ступор в развитии. Это касается взаимодействия природы, земли и человека, который здесь живет. И, соответственно, вот теперь подумайте. Приходит кто-то с оружием именно, да? Соответственно, он оккупант по факту. Ну давайте как бы, да? Я еще по образованию историк, то есть я
То есть я вам могу назвать, то есть принципы фашизма, нацизма и так далее. То есть вот эти все моменты, вы, ну как бы я не разделяю это все вместе, но вам, мне вам будет сложно это объяснить, но я просто хочу, чтобы вы простым просто языком поняли, что просто нарушают именно право на развитие. Соответственно, баланс тут заключается в том, что когда, соответственно, есть нарушитель, ну это как в суде, да, есть истец, есть ответчик, да, и вот мы как бы отвечаем. И почему как бы много кто, независимо от религиозных воззрений, языков и так далее, но мы имеем право здесь быть, здесь жить, как бы, да, и, соответственно, отстаивать то, что как бы, да. То есть это равносильно тому, что приходит в вашу квартиру, да, и начинает с вашей квартиры, извините, говорить, вы здесь никто и вообще, вы здесь никак, нацист, фашист, иди нафиг. Ну, это я по-простому сейчас говорю. Вот. И получается, вот это сейчас я говорю о том, что происходит на тонком уровне. Просто определенные силы действительно, ну, я тоже так могу даже выразить, хотят определенный контроль здесь, определенный. Это смешно может звучать, но я говорю вот так вот. И поэтому, знаете, оно вылезло одноточечно, ну, скажем так, что на земле, что и на небе, ну, давайте я так скажу, вот. Дякую, Андрія. Дуже доречно ви згадали, що ви історик, тому що минуле, сьогодення і майбутнє – це, безумовно, єдиний історичний процес. От, і тому я хочу звернутися до вас, як, власне, і до історика, і до екстрасенса. Яке майбутнє ви бачите наше найближче? Ну, безумовно, ви ж прекрасно розумієте, всіх турбує одне – коли ми переможемо? Да, смотрите, я когда вел и веду трансляции, то есть люди до сих пор мне задают эти вопросы, вот когда закончится война и тому подобное. Смотрите, как историк, да, то есть я учился на историческом факультете Харьковского национального университета Каразина, который разбомбили в том числе. Ага, на жаль, перервався у нас зв'язок. Цікава людина, якщо... повернувся. Андрій, будь ласка, продовжуйте. Я спеціалізувався на кафедрі історії України. Вот. І по поводу событий, які зараз розвиваються, да, мені, з одної сторони, це не удивительно. Ну, от якщо брати от з цієї точки зрення, скажімо так. Да? Тобто, розумієте, є така теорія, у государствостроения, что все имеет спираловидный такой вид, что все события, они повторяются. Но только они могут быть, знаете, в другой форме, с другими именами, с какими-то понятиями. Но, понимаете, суть остается одна и та же. Понимаете? Вот. Это к чему? К тому, что, понимаете, сейчас в Украине есть очень-очень большая, пребольшая возможность именно скажем так, показать то и дать, вернуть, может быть, даже то, что было утеряно в 18 столетии. Давайте вспомним, что было в 18 столетии. Гетьманщина, правильно? Да? Потом что мы имеем дальше? Мы имеем дальше попытку во время Октябрьской революции УНР, ЗУНР и дальше, да? То есть мы тоже отсюда должны брать определенные моменты. И в том числе, соответственно, должны понимать, почему, скажем так, манипулируют таким понятием, как фашизм, нацизм. Да? Это уже вернемся к Советскому Союзу, к Советской Украине, которую тоже нельзя как бы упускать с виду. Но сколько крови, сколько жертв, сколько всего там было положено. Тоже давайте об этом не забывать. Третий момент. Вторая мировая война. О том, опять же, мы сюда это подписываем, потому что манипулирует позицией фашизма, нацизма именно. Соответственно, в том числе существуют позиции именно, почему Украина тоже выстоит, потому что она имеет опыт, это к этому подвяжу, опыт. И опыт она не имеет не только в позитивных ключах, но и не в негативных, в ошибках, которые были совершаемы.
в каких-то проколах, которые тоже были совершаемы. Ну, давайте тоже это не отрицать. Вот. И, соответственно, сейчас это никуда не девается. То есть это, ну, скажем так, есть такая позиция, как родовая память. То есть это в нашем деле тоже такое, как бы есть, как родовая память. И она просто сейчас проявляется. Вот просто проявляется. Это нормально, это естественно. Это естественно. И, соответственно, когда это все, ну, это не может проходить вот через счастье, радость или что-то такое. Это всегда проходит, извините, как бы оно проходит через боль. Ну, в нашем случае. Как бы, да? И вот то, что плюс, который мы получили на сегодняшний день, очень большой плюс, это несколько вещей. Первое — то, что Украина действительно едина. Это самый главный плюс. Второе — то, что Украина действительно есть друг другу помощь, взаимопомощь, взаимовыручка. Еще раз говорю, независимо на каких языках и так далее. Потому что именно здесь тоже была манипуляция таким образом. Вот. И на сегодняшний день, соответственно, почему плюс? Все понимают, да, различие. Вот различие. За что как бы Украина стоит, да, и бьется? Против кого она бьется? Как она бьется? Тоже подчеркнуть надо. И тому подобное. И поэтому это, понимаете, это все такой вот глобальный процесс, и на сегодняшний день это уже никому не секрет, что он глобальный. Потому что я еще с 2013 года говорил, не трогайте Украину, не надо трогать, будет плохо. Ну, как бы вот так вот. Потому что сейчас происходят те процессы, которые могут и не начаться. Именно. Касательно уже в других государствах. Ну, это уже не наши как бы проблемы, да, с одной стороны. Но все же. Ну и поэтому, как бы, да, в чем я уверен? Уверен в том, что уверен я в победе. Как бы. Это, я же говорю, что у меня неуверенности или такого чего-то как бы мне не показывает, мне просто то, что есть позиция времени и периода. Это да. И позиция потерь. Ну, как бы тоже давайте уже говорить, какие могут быть еще потери в этом случае. Вот это да. Но то, что именно касается конкретно итога, ну, итог будет наш. Именно. Вот. Меня тоже вот это спрашивали по поводу когда. Точно, ну, как бы, да. Из-за того, что сейчас на тонком уровне идет перестройка, скажем так, переход. Вот. Да, нельзя точно, вот, точно назвать какие-то даты. Вот. Но у меня была, это я в трансляции своих упоминал, ну, вот, когда-то, может быть, я их выложу, они у меня в архиве. Вот. Я упомянул время весеннего равноденствия. То есть весеннее равноденствие, если вы знаете, оно было вот только что, то есть 20 число. Это астрономическая дата. Вот. И что мы сейчас видим? А уже все сейчас, уже, ну, уже многие люди начинают понимать, что идет сейчас какой-то спад ситуации, ну, как бы, да, вот какое-то вот ненакалывание. То есть, ну, это уже так более явнее ощущается. Соответственно, это что? Соответственно, дальше это будет на спад идти. Только единственный момент, то, что нужно понимать, что еще будет предпринято и как оно будет предпринято. Но это уже не мы должны решать. То есть есть военные эксперты, профессионалы и тому подобное. Скажем так, я говорю с энергетической точки зрения. Поэтому мое мнение, что к лету, ну вот к лету, вот к июню где-то, вот, ну это я же говорю, это мое на сегодняшний день предположение. Вот, что к лету мы к чему-то подойдем. Именно, ну, к этому. Но сказать, что это будет конец, ну, вот конец, вот нет. Нет. То есть это может быть конец, потому что мы тут перестанут именно убивать. Вот. Андрію, я щиро вам вдячний. Безумовно, ми віримо в перемогу і нема жодних сумнівів, що переможемо. Звісно, віримо. Да. Знаєте, дуже цікаво буде з вами після перемоги. Сподіваюсь, ми зустрінемось і поговоримо про питання історії. Ми дійсно зараз переживаємо епохальний момент і в історії, да, і да, в да, високих да, сферах. Да. Дякую вам, Андрію. Да. Слава Україні! Героям слава!